Всем добрый день. Подошел я вот к кусту сирени, я думал, он подмороженный. А нет. Вот видите, пытается даже распускаться. Кстати, почему-то в этом году данный куст сирени распускается чуть ли не на 10 дней позже, потому что в городе уже точно такие же кусты, точно такой же сирени цветут вовсю. Вот. Кстати, я однажды был удивлен, когда, камеры тогда не было, у меня фотографии есть, даже где-то выложенные. Сирень активно посещается пчелой, вот, и собираются прям, гуд они, собирается пыльца. Такая ярко-ярко-желтая. Вот, вот такие вот дела. Вот. Всем удачи, до новых встреч!